Топ-5 приемов в интерьере, которые безвозвратно устарели. Имитация дерева. Будь то плинтуса, либо стыковочные порожки, двери, что угодно. Пожалуйста, хватит. Пускай это будет дешевое дерево натуральное, либо просто дешевый материал без имитации дерева. Весь текстиль одного цвета. Ну, шторы сиреневенькие, ну, значит, тогда и покрывало с подушками тоже сиреневенькое. Ну, чё уж. Нет, есть сочетающиеся между собой цвета, и это прекрасно, когда мы можем что-то как-то миксовать. Все стены закатаны обоями с одинаковым рисунком. Все по периметру одни и те же обои. Нет, обои, как правило, сейчас используются больше для акцента, и они такие яркие, сочные, с классным рисунком. Да, у них есть какие-то компаньоны, но хорошо смотрятся, когда мы их сочетаем с покраской. Невысокий потолочный карниз 5 сантиметров. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем их в принципе придумали. Если у вас современный стиль, вы ничего не делаете. Если у вас стиль какой-то около классический, конечно, это должно быть что-то высокое, да, хотя бы 10 сантиметров. Но 5-3 сантиметра зачем? Все из одного гарнитура. Будь то мебель, будь то светильники. Взяли люстру, такие же бра. Взяли диван, такие же кресла. Нет, пожалуйста, не надо, этот прием очень сильно устарел. Лучше пускай это будет из разных коллекций, из разных стилей, главное, чтобы между собой они сочетались красиво.